Мы с вами находимся в мечети Минор. Это самая белая мечеть нашего города Ташкента. Одна из красивейших мечетей белоснежных. Вот мы посетили. Здесь, знаете, мечеть на 2400 посадочных мест. Значит, столько человек может зайти за один раз и молиться. Вот такой аккуратненький дворик. Прям идеальная здесь чистота, конечно. Вот такие красивейшие колонны, украшающие, видите, во дворе. Резная. Здесь резной вот такой потолок во дворе. Очень красиво. Солнце отсвечивает. Абсолютно белое здание вот с таким голубым рисунком, с узорами. Очень красиво. И голубые купола, видите, сверху. Солнце прям светит нам. Здесь при входе в мечеть есть вот такая табличка, где показано время. Время, когда нужно читать молитву. Намаз называется молитва. Вот 5 раз в день ее читают. Здесь указано время. Ящик для пожертвований. Ну, вот так вот выглядит мечеть Минор изнутри. Красивая очень. Вот такой минарет. Ну, это мы с одной стороны, 2 таких минарета с обоих сторон мечети. Видите, все вот в таком рисунке. Мозаика очень красивая. Да, вид, конечно. Ну и вот строительство. Вот это наши высотки. Это за рекой, речкой Анхор идет, продолжается вовсю. Видите, строятся вот такие этажки. Будем ждать, когда построится, как говорится. Так поближе, да? Ну и вот она, наша телевышка. Видите? Все здесь рядом. О, я сказала, что 2400, а здесь вот написано, что около 7000 одновременно могут здесь совершать молитву. Но это, видите, когда уже внутри самой мечети, видите, если люди вот так вот стелят уже ковры прямо на улице, прямо во дворе, тогда, конечно, может здесь и до 7000. А само помещение рассчитано на 2400 мест. Вот так вот. В 2014 году была построена эта мечеть. Look at your kiss.